Добрый день, уважаемые слушатели, с вами канал «Эзотерика для тебя». Друзья, подписывайтесь на наш канал, у нас много интересных видео. А сегодня мы с вами поговорим о гороскопе карьеры и финансов на 2018 год для близнецов. Первые месяцы 2018 года представители знака зодиака Близнецы вполне очевидно будут в буквальном смысле заряжены новыми идеями. Существенно повысится работоспособность, уверенность в себе, возникнет непреодолимое желание бороться и достигать задуманного. Главное здесь грамотно перенаправлять финансовые потоки, которые будут сосредотачиваться у вас в руках. Это позволит существенно продвинуться по карьерной лестнице и даст тем, кто имеет свое дело, преимущество перед конкурентами. Как обычно, не стоит терять бдительности. В 2018 году нужно плотно поработать, чтобы потом, что называется, снимать сливки. Также в год собаки близнецам рекомендуется привнести хотя бы какие-то перемены. Возможно, стоит всерьез подумать о смене места работы. Для этого 2018 год однозначно хорош. Главное, не позволять страху привнести в ваши рассуждения откровенно деструктивные сомнения. В противном случае вы так и застопоритесь на одном месте. Не сможете сделать такой необходимый для вас шаг вперед и погубите как карьеру. В год собаки смотрите на вещи без прикрас, без пресловутых розовых очков. Если вам нужно взять кредит и иного выхода объективно нет, не нужно опасаться этого варианта, да и тянуть бессмысленно. В то же время всегда старайтесь найти более приемлемую альтернативу. Не забывайте о том, что реальный успех ждет вас лишь в области вашей специализации. Рисковать, занимаясь чем-то вам несвойственным, будет сейчас глупо и даже опасно для вашего кошелька. Не жалейте усилий, если цель кажется вам реально достижимой. А вот если желаемое оказывается не совсем таким, каким вы его представляли, то, вероятно, имеет смысл как можно быстрее завязать со всем этим делом. Вообще, в 2018 году на коне окажутся те близнецы, которые смогут оперативно реагировать на изменения в окружающем пространстве. Помните, время – ваш союзник, но лишь до тех пор, пока вы успеваете за ним. Друзья, это был гороскоп для близнецов, карьеры и финансов на 2018 год. До новых встреч!